Мой друг написал мне, как ты вообще? Такой простой вопрос, на который можно было бы ответить просто. Все норм. Но я почему-то завис. Честно, не знаю. Столько всего и сразу происходит. То смотришь со стороны на все, то в гуще событий. А время мчится так, что не замечаешь, как неделя пробежала. И что я чувствую в общем? Так это смятение и тревогу. Особенно после просмотра форума, который был 2 декабря. Подбираю для семьи вещи первой необходимости по списку на случай ЧП. Смотрю на людей, которые вокруг, на улице, в автобусе, на работе, и понимаю, что не могу уже смотреть на все, как раньше. Сознание подбрасывает картинки разрушенных зданий, брошенных авто, запустения, разруху. Как в фильмах, постапокалиптических, да, фильмах. Люди не видят сейчас того, что может произойти из-за их нежелания изучать и анализировать информацию о климате. Они еще не знают, что наша планета разрушается. Все загружены своими заботами, бегут каждый день по своим делам, заботам. В общем, все вокруг еще наполнено жизнью. И ты чувствуешь свое бессилие. Хочется кричать во все горло. Люди, очнитесь, мы все скоро погибнем. Неужели вам все равно, что будет с вашими детьми, родителями? У нас практически не осталось времени, и нужно срочно решать проблему с климатом. Необходимо собрать всех ученых и дать все ресурсы им для решения этой проблемы. Прекратить все войны, начать обучать тех же военных не убивать, а спасать людей. Мы можем на всей планете решить проблему голода, построив вертикальные фермы. Питьевую воду можно брать из воздуха и в любой точке земного шара. Этот вопрос можно закрыть. Все эти технологии уже есть. Единственное, что нужно, так это, чтобы все люди договорились между собой и просто решили, как всем нам жить на нашей планете. Вот и все. Да, люди могут все знать. О том, что происходит с климатом, что можно жить в счастливом обществе. Не на первом месте жизнь человека, но сделают ли выбор в сторону жизни? Или же им пофигу? И они просто будут плыть по течению в надежде на то, что все само собой рассосется. Или кто-нибудь за них все сделает. Совсем не хочется видеть этот апокалипсис. Вот такое настроение у меня. Но написав эти строки, я и сам начал понимать, почему мне так грустно. Ведь что я могу сделать для того, чтобы все люди могли для начала хотя бы просто поверить, что это возможно, и смогут ли решиться на перемены? Ведь сейчас решается жизнь каждого из нас. Я не знаю, единственное, что я могу, так это говорить о том, что происходит с нашей планетой, и надеяться, что люди проснутся от сна, в котором находятся. Возможно, кто-то и услышит меня. Тогда для тех, кто обладает аналитическим складом ума и способностью трезво взглянуть на вещи, для вас я предлагаю посмотреть форум. Глобальный кризис, ответственность. Все, что вы увидите, это реально. И происходит сейчас на нашей планете. Вы спросите, что вам делать? Это решать вам. Но если мы всем миром не начнем спасать планету, то у наших детей не будет будущего. И это без вариантов. Потому я каждый день распространяю информацию о климате. Я хочу, чтобы у моих детей было будущее, и потому я не молчу. Задай себе вопрос, любишь ли ты своих детей? И готов ли ты делать все, чтобы спасти их?